В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохии в составе страны. На данный момент, после неудачной попытки наладить диалог, обстановка в Косово и Метохии находится на грани столкновения. Об этом 21 ноября заявил президент Сербии Александр Вучич. Ситуация в Косово тяжелая, буквально на грани столкновения. Прошу западное сообщество использовать свое влияние и попытаться повлиять на Приштину и помочь нам сохранить мир. В ближайшее время истекает ультиматум властей непризнанной республики Косово к проживающим в краю сербам. Их обязали сменить автомобильные номера, выданные Белградом, на местные. В случае отказа налагается штраф в размере 150 евро, а еще через несколько месяцев грозятся изымать автомобили. Проблемой является то, что для сербов это принципиальный вопрос. Они приравнивают замену номеров к признанию Косово независимой республикой. Нынешний этап эскалации косовской проблемы, он нас возвращает фактически в нерешенность данной проблемы по итогам кризиса конца 90-х годов и, в принципе, демонстрирует то состояние, при котором мы можем говорить, что косовская проблема – это проблема, ну, такая своеобразная черная дыра в системе международных отношений, которая не урегулирована за долгий период времени, и перспектив ее окончательного регулирования мы также не можем пока наблюдать. Точкой отсчета войны в Косово принято считать 28 февраля 1998 года, когда армия освобождения Косово официально объявила, что начинают войну за независимость края. Первой мишенью боевиков АОК стали югославские полицейские. После нескольких таких нападений армия центральных властей атаковала несколько населенных пунктов рядом с Дреницей. В результате теракта были погибшие, в том числе женщины и дети. Данный акт насилия имел международный резонанс. Конфликт начал перерастать в интернациональный, когда осенью того же года число жертв достигло 1000 человек. Из края начался отток беженцев всех национальностей и вероисповеданий. Сербия, как и некоторые другие страны, в том числе и Россия, не признают независимость Косово. Полина Корнеченко, Универньюз.